Я вас приветствую, с вами Анимвект, и мы снова находимся на моем втором аккаунте, аккаунт с гемчиками, а это значит, что, правильно, мы сейчас будем открывать витрину с Оденом и просто шикарнейшую витрину за 10 гемчиков, потому что здесь очень жирно сыпет, а персонажи нужны будут в будущем для саппорта, для игры, в принципе, тоже, почему бы и нет. Предлагаю сначала нам открыть витрину за 10 гемов. Откроем сразу же на 250, потому что ну, такой шанс бывает раз в год. Без преувеличения. Давайте начнем. Ну, я буду скипать, поскольку смотреть тут особо нечего. В принципе, большинство тут новые персонажи, да. Я ускорю этот момент и просто потом посмотрим, сколько персонажей у меня сразу соберется на 5 звезд, а некоторые и на 6 сразу же. Так, Луфари у нас 30 миллионов на 5 звезд, ну, конечно, шлак. Идем дальше. Кайя, не, Кайя это имба. И Бонклей, ой, Бонклей вообще. Чоппер. Пока что на 5 звезд, у нас Урок еще тоже на 5 звезд, найс. Так, ну это претендент, его следующий уже на 5 звезд. Будет отличный саппорт. И, наконец-то, у нас последнее открытие. Сейчас мы посмотрим, что у нас там по итогу набралось. Хотя нет, давайте сразу же мы перейдем к витрине с Оденом. И потом уже посмотрим все, что мы навыбивали. А навыбивали мы, конечно, знатно. Так, гарант 900 гемов, говорят. Ну, я надеюсь, он мне выпадет раньше, чем за 900, потому что не хочу прям 900 сливать. Но если уж придется, то ладно. Почему бы и нет. Все-таки экс вполне хороший, хоть и старый. Я не буду тут долго тоже рассматривать. Будем скипать. Кто-то... О, Брук. Брук. Брук это хорошо. На 4 звезды, правда, но... Для начала сойдет. Том. Кузан. Имба, конечно. А, и нами. Таймскип. Сильно. Катакури. О, Смокер, Рейли. И Кола. Урок. Нормально, в принципе. Старички чисто повыпадали. Тут там, где там. Когда у меня уже будет. Я просто не считал. 10 билетиков. А у меня всего 13, ага. Кто тут у нас? Сильно. Так, мне еще нужно. У меня 3 билетика. 17 билетов еще. Ода, выпади, пожалуйста, раньше. Не будь скотиной. Так, что тут у нас? Кстати, давайте откроем сразу же. Том, я, может, забуду. Может, киллер. Да, навряд ли. Да. Кал. Кал, зато на 6 звезд. Ладно, возвращаемся опять к Одену. О, Кума. Кума круто. Кума это круто, да. Чоппер монстр. В принципе, неплохие боевки выпадают. Но на 4 звезды, в принципе, они и не нужны. Что тут у нас? О, еще одна мета повыпадала. Кто там? А, раннер думал уже, ну ни хрена, это Коби.
Что там? Море. О, Фимета выпал тупо. Да, все, на гарантку набрали. Вроде у Сергея тоже чисто за гаранта он выпал. Опять. Опять. Тут что, повышенный шанс, что ли, на Бансмана? Я не понял. Странная вещь. Ну ладно, вот он. О, да. Итого у нас сейчас 1965 гемов осталось. Что у нас на этом аккаунте уже на данный момент имеется? Луфарь, луфарь, ло. Ну, короче, в принципе, вы сами видите, достаточно много персов уже на 6 звезд. Парочку из них, ну вот как вот эти вот, на саппорт хороши. Он хорош на саппорт, этот. Урок, в принципе. Вон Клей, ну, в общем-то, неплохо. Рейджу так вообще до игры пойдет. Жалко, она не выпала, конечно, на 6 звезд. Где наш Оден? Я его пропустил. Вот он, Оден. Ну, уже получается у нас 3 икса на этом аккаунте. Сейчас мы еще и Одена сюда вставим. Нашу коллекшн. И уже такой жирный аккаунт для розыгрыша вырисовывается в будущем. 3 икса, хорошие бфки есть, степы для игры, для саппорта. Ну и будем ждать следующего экса или следующей еще витрины. Будем пополнять этот аккаунт, будем его раскачивать, и в итоге он достанется кому-то из вас. А чтобы не пропустить этот момент розыгрыша, то подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А такие есть, я знаю. Обязательно ставьте лайк и пишите коммент, чтобы продвигать ролики и так далее. Ну, классика, вы все знаете, но не все делают. В общем-то, еще раз спасибо за просмотр и всем пока.